أيها الأصدقاء الأعزاء، استنونا نستقبلكم هنا في موسكو. نيلة نزار، رئيس فلسطين، تكلم مع الرئيس الروسي على التليفون، نتكلم عن سياسة الغاز، ونحن تكلمنا عن أنك تريد إلى موسكو، وتحكي عن أحداث الحدث. كان هناك قبل أسبوع واحد مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي والرئيس الفلسطيني، اتفقا خلالها حول زيارتكم إلى هون لكي تشكروا معنا تقديراتكم حول الوضع في قطاع غزة وحول очень тревожная ситуация в секторе Газа и вокруг него. Мы усилия, чтобы активно поддержать ту инициативу, которую провел Египет. ونحن سيكون شديد القلق إذا الوضع في غزة وحولها، ونحن ندعم الجهود الجبارة التي تبذلها مصر متعلقة بمبادرتها. переговоры между палестинцами и израильтянами при египетском посредничестве, которые сейчас продлены и продолжаются, должны, по нашему убеждению, привести к договоренности о долгосрочном устойчивом перемирии. إن المفاوضات التي تتواصل حاليا والتي تم تمديدها، المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين بالوساطة المصرية، نحن على يقين أنها لابد أن تؤدي إلى هدنة مستقرة وطويلة الأمد. при этом мы убеждены, что эта цель не должна послужить замораживанию ситуации, а стать хорошим поводом для того, чтобы приступить к всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта. Мы будем этому активно способствовать. У нас есть определенные идеи на сей счет, которые мы хотели бы сейчас обменяться с вами и в свою очередь послушать то, что вы планируете предпринимать в интересах достижения устойчивого мира. ونحن سندعم بنشاط هذه الخطوات، ولدينا الأفكار وبودنا نتبادلها معكم، وبودنا أيضا أن نستعين منكم ما هي الخطوات التي تخططون القيام بها من أجل التوصل إلى الحل الشامل والمستقر والمستديم. рассчитываю, что мы сегодня сможем все это подробно обсудить, и это будет хорошо. ونحن نتطلع على المناقشة وبالتفاصيل كل هذه القضايا، ونعتقد أن هذا سيكون مفيدا بالنسبة لنا. Спасибо, господин министр. Действительно, как вы сказали, я прибыл сюда в качестве посланника президента Махмуда Аббаса, о чем было договорено в ходе его телефонного разговора с президентом Путиным. И мы действительно принимаем все возможные усилия для того, чтобы добиться решения настоящих проблем. И мы с нашими братьями в Египте принимаем все возможные усилия в рамках объединенной палестинской делегации для того, чтобы достигнуть примирения и снять блокаду сектора Газа.
أطلعكم على المفكر في اليوم التالي وفي أفضل. И основная цель моего визита сегодня – это ознакомить вас с нашим видением того, что будет дальше, что будет после Кубинбанда. И у нас есть двусторонняя комиссия с нашими российскими друзьями, в рамках которой мы бы хотели обсудить то, что будет дальше после того, как закончится оккупация. И также представляет интерес ситуация во всем регионе. И наши интересы здесь совпадают. И мы знаем, насколько важна роль России в достижении решения, подразумевающего создание двух государств в 1967 году. И для этого, для достижения решения двух государств в 1967 году, мы опираемся на вас, на вашу роль, на ваше глубокое понимание ситуации в регионе. هذا ما نأمل أن نركز في كل جهودنا اليوم في هذه المحادثات في هذه المسألة في اليوم التالي. Я надеюсь, что вопрос будущего после примирения, после регулирования будет центральным в ходе наших сегодняшних.